это купи код, вернулся сайтик. Вот. Я его проверяю, короче, сейчас. Самое интересное, что они добавили платежную систему в долларах. Какой-то хуй, не знаю. У кого есть аккаунты в долларах, напишите в комментах. Ну, типа, USD в долларах. У меня-то, ну, узбекистанский аккаунт. Вот, деньги приходят, 4, ну, по 100 рублей кинул в разных последовательностях. Я, короче. Вот. Первое я ебанул в рублях на узбекистанский аккаунт. Вот, у меня узбекистанский аккаунт. Сейчас могу показать. Узбекистанский аккаунт. Вот, мой кошелек, видите, в долларах у меня все считается. Ну, узбекистаны живут в долларах тоже. Если кто не знал. А, где... мой аккаунт. Редактировать. Я стану посмотреть. Неважно. Можно вот тут, наверное, посмотреть. Так, настройки. У меня, короче... Ну, узбекистанский у меня аккаунт. Стройки магазина. Вот. Где тут? У меня, короче... Узбекистанский аккаунт, да? Стопудово узбекистанский аккаунт. Мой аккаунт. Интересно, где же посмотреть? Вот, в долларах все приобретается. Вот, видите, все игры доступны, неважно, какой у меня аккаунт. Все игры, видите, у меня в долларах доступны. В общем, аккаунт доллара. Я не знаю, где страну посмотреть. Похую. Вот, короче. Это, блядь, где все-таки мне самому интересно. Об аккаунте, наверное, вот. Да, вот об аккаунте. Вот, видите, Узбекистан. Вот. У них теперь, ну, две хуи. У них, видите, в рублях я 100 рублей отправил. И теперь у них есть доллары, видите? Типа, вот здесь доллары, это типа... 1200 рублей. Если вы пишете, например, здесь пишите 1 доллар и точка. И 11 центов. Здесь нужно точку поставить. Вот, 11 центов. То это будет... 100 рублей примерно, 23 копейки. Вот, короче, я отправлял здесь, но без разницы, на узбекистанский отправлять аккаунт с какой, типа, валюты, похуй вообще. Вот. А, ну, почему-то здесь была комиссия 1 рубль, блять. Вот здесь, когда я в долларах отправил, или я здесь отправлял в долларах, не знаю. Вот, и тут была 1 рубль комиссия, с какого хуя. А тут, ну, 100 рублей полностью. Короче, хуй пойми. Все, видите, все серии деньги ебет Москва, блядь. Страна. Зачем они в долларах сделали? Ну, если можно в рублях отправлять. Вполне себе доходит в рублях. Вот. Они зачем-то в долларах сделали. Зачем в долларах они сделали? Зачем они в долларах сделали? Непонятно. А какой хуй они в долларах сделали? Ну вот, зачем? Вот Казахстан и Россия, да, нужна. Типа... А в долларах-то зачем? В долларах-то зачем?
типа у кого-то есть этот USD чисто аккаунты, ну может быть, то зачем они себе USD сделали аккаунт? Чисто у кого-то есть USD аккаунты Соединенного Штаты? Тогда вообще заебись. Теперь тогда, ну, купи код вообще тогда выходит нормально. Вообще тема. Ну, надеюсь, у них дойдет до этого. Да, вот, я написал, короче, даже. А им что-то написать нельзя. Вот, я пишу, да. Типа. Значит, можем на и в принципе теперь, если есть возможность у Купика, да, переходить. Во. Опа! Ебанул. Отправим. Ну и как не писать? Вот, ну все дошло. Вот сообщение дошло, только как-то странно, но работает. Посмотрим, ответит или нет. Вот. Ну, в принципе, теперь выходишь же можно тогда, если у вас не получается на Казахстан переходить, можно теперь, и, значит, и на этот, на США переходить. Если, ну, в США же в долларах точно живет, значит, можно вполне себе пополнять через Steam, выходит, и в США в долларах, ну, это вообще...